недавно задали вопрос такой, легко ли быть молодым. Знаете, я вам так скажу, ничего не болит, быстрее сделать работу, больше получится. Легко быть молодым? Думаю, нелегко. Казах-то бирджах все изворвал. Я думаю, то, что быть молодым трудно в нашей стране, но очень интересно. Много целей, которые мы хотим достичь, и это все строится в молодости. Государство вообще молодежь дает. Вот руки, может сказать, развязали практически. Делайте, вы просто молодежь сама ленивая. Главное стремиться жить, всего можно добиться. Потому что для нас сейчас многое делается именно со стороны государства. Сложно, но это самое лучшее время, когда можно реализовать самого себя. Легко ли быть молодым? Этот вопрос – предмет раздумий для каждого людского поколения. И каждый человек отвечает на него, исходя из собственного опыта, пережитых событий, личной истории. А легко ли быть молодым в молодой стране? Этот вопрос для казахстанцев актуален вдвойне. Потому что ответ на него и есть оценка опыта нашего юного государства, определившего заботу о молодежи важным вопросом своей повседневной работы. Новое поколение казахстанцев, которое я вижу, через вас вижу, и вообще я знаю это самое большое достижение Казахстана, самый большой результат моего труда как главы государства. Я очень счастлив сегодня встретиться с вами и поздравляю с началом года молодежи Казахстана. Казахстан – одна из самых молодых стран мира. И по возрасту ее независимости, и по среднему возрасту населения. Эти два показателя в их цифровом значении находятся практически рядом друг с другом. История независимости страны приближается к третьему десятилетию, а возраст среднестатистического казахстанца едва превышает 30 лет. За годы независимости в Казахстане появилось на свет около 8 миллионов младенцев. Бурный демографический рост привел к тому, что сегодня более четверти населения – это дети и подростки до 14 лет. Молодых казахстанцев в возрасте от 14 до 29 лет насчитывается почти 4 миллиона человек, что составляет более 20% всего населения страны. Вне сомнений, это большой потенциал для будущего страны, который предопределил важность создания целостной системы государственной поддержки молодежи. Французскому философу Камю принадлежат слова: «Каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир. За годы независимости мы все изменились. Но именно по молодежи можно судить, насколько изменился наш мир. Вы стали самостоятельнее, умнее, лучше. И меня искренне радует, что молодые люди, наши дети и внуки, сегодня сами решают, как им жить, о чем мечтать, как воплощать свои мечты в жизни». Независимый Казахстан создал прочную правовую базу национальной молодежной политики. Страна присоединилась к международным конвенциям о правах детей и молодежи, приняла ряд документов, программ и законов о молодежной политике. Так утверждена концепция государственной молодежной политики «Казахстан-2020. Путь в будущее». Программа поддержки детей и молодежи «Балапан». Молодежная практика «Жасыл-Е» с дипломом в село, молодежный кадровый резерв, школа государственной службы, молодая семья и другие. Изучение проблем в молодежной среде и вопросов, требующих государственных решений, предметно ведет научно-исследовательский центр «Молодежь». Наш центр проводит исследования в области молодежи. Исследуем самые разные ее аспекты, и семейные вопросы, и трудоустройство, и молодежь категории НИТ. Это молодежь, которая не учится, не работает, не повышает квалификацию. Задача государства сегодня – создать условия для их успешной социализации и вовлечения в социальную и экономическую жизнь страны. У каждого молодого человека есть возможность заниматься... Работа с казахстанской молодежью основана на широкой общественно-политической и государственной инфраструктуре.
Она включает молодежные организации парламентских политических партий. В первую очередь молодежную организацию партии «Нур Отан». Молодые граждане участвуют в заседаниях молодежного парламента Казахстана и молодежных маслихатов. Мы меняем мир. То есть мы стараемся сегодня, чтобы молодежь работала в открытых коворкингах, чтобы встречи проходили в открытом формате, чтобы был диалог. Мы стараемся слушать голос молодежи, их проблемы, и стараемся делать проекты и решать эти проблемы. 2019 год, я думаю, для молодежи это большая возможность. Это такое очень классное историческое событие, когда президент сказал и доверил молодежи, что вы можете этот год полностью взять на себя, выдвинуть свои инициативы, идеи и их реализовать. Для детей и юношества работают организации «Жас Харан» и «Жас Улан», а также новое патриотическое объединение «Сарбаз». «Жас Сарбаз» вана, мақтада білімді болуы шарт. Бүгін осы тұста сіздің назарыңызға «Жас Сарбаз» күш білектеміз, жүректе атты көрсетіміз, өзімізге сұлға рұқсат етіңіз. Рұқсат. Более 10 лет действует Совет по молодежной политике при президенте Республики Казахстан. А на местном уровне и в национальных компаниях комитеты по делам молодежи. Я Иванов Сергей, один из студентов, который обучается по программе дуального образования. И могу с уверенностью сказать, что благодаря этой программе нам, студентам, более легче дается освоение теоретического материала. Потому что вот здесь, на заводе, мы можем изучить конструкцию всех станков и механизмов наиболее вот, живую. Ну, мои родители говорят, ты должен реализоваться до 30. Это шанс любого человека. Как ты до 30 покажешь себя, и так и пойдут. Если ты как бы будешь как попало относиться до 30 себе, как бы и пока молодой, ну, жизнь так же пойдет. Если ты будешь стремиться до 30, уже как это первоначальный такой фундамент, каркас человека. Я думаю, для нас, в нашей стране, много чего делается для молодежи. В регионах страны работают 215 молодежных ресурсных центров и около 100 молодежных центров здоровья. Профессиональные специалисты оказывают практическую помощь и психологическую поддержку молодым людям. Консультируют их по вопросам здоровья. Проводят медицинское обследование и назначают им необходимое лечение. Дворовые клубы у нас, сколько у нас? 57 направлений кружков. Все виды карате, все виды дзюдо, например, ну, борьбы, бокс у нас, все есть бесплатно, но некоторые молодежь не информированы. Последовательность и системность молодежной политики во многом определяется личным вниманием к этой сфере президента страны. Оно и понятно. Нурсултан Назарбаев прошел все ступени политического лидерства, включая работу в молодежных структурах. Чаяния молодых людей, рабочих, специалистов, студентов и политиков, заботы молодых семей ему известны по личному опыту. Символично, что первым шагом, предпринятым в независимом Казахстане для поддержки молодежи, стала президентская программа «Болашак». В ее рамках молодым талантливым казахстанцам присуждалась стипендия для получения образования за рубежом. Сегодня 12 тысяч выпускников программы трудятся в государственных учреждениях, национальных компаниях и банках, врачами, на производстве, развивают собственный бизнес. Делегат по всяленып, 20 жасымда Алматыдағы қазіргі оперный театрда сол съез өтті. Маған сөз берген кезде, залда отырған орнымнан тұрып, барып сөйліп, қайтеден отырғаным түк естімді жоқ. Соншалықты жаңаға әсер ететін. Қазір қарап тұрсам, сендер шетіңнен бәрің ара тұрсыңдар. Мне выпала честь стать стипендиатом программы «Болашак». Я закончил один из лучших технологических вузов в мире, в Сингапуре.
спустя 2 года решили, что мы должны создать что-то инновационное и социальное для наших граждан. Казахстанская молодежь активно осваивает реальный сектор национальной экономики. Далее мы хотели бы еще построить 2 научных центра. Много условий создано для молодежи, для бизнеса, для предпринимательства в целом. Есть куда расти, есть куда двигаться, есть чем заниматься, есть разные способы развиваться, и мы этому очень сильно благодарны. В нашей группе компании работает несколько тысяч сотрудников, большая часть из которых молодежь. Разными направлениями бизнеса занимаемся. Сейчас направление агробизнеса стало стратегически важным для нас, потому что мы верим, что у Казахстана есть огромные конкурентные преимущества в этой отрасли. Мы занимаемся животноводством, планируем заниматься производством семян и комплексными решениями в области здоровья животных. Стержнем государственной молодежной политики в Казахстане является формирование равных условий для получения образования, внедрение инновационных методов обучения и воспитания. Очень перспективное направление. Вы будете очень нужны экономике, государству и сами себе. Желаю успехов. Школьники обеспечили Казахстану место среди 10 лучших стран по уровню математической грамотности. Казахстан сегодня на 6-м месте в мире по показателю доступности среднего образования, на 9-м месте по уровню образования молодежи. Должен сказать с радостью о том, что по индексу грамотности молодого населения Казахстан в мире занимает 15-е место среди 155 государств. По уровню образования молодежи наша страна находится на 9-м месте рейтинга, обогнав такие страны, как Швейцария, США, Норвегия, Финляндия. Глазам своим не верю, да? Мы работаем, не считаем, а оказывается, чего-то достигаем при этом. Казахстан таким образом может стать новой интеллектуальной державой в будущем. Мы к этому стремимся. У меня есть 2 проекта. Первый проект – я создал программу для усовершенствования казахскоязычной клавиатуры, которая позволяет в любом уголке мира, применяя стандартную английскую клавиатуру, писать на казахском языке. Я запатентовал это свое изобретение, и у меня есть авторское право. Второе мое изобретение – это конвертация кириллицы на латиницу. Эта программа позволяет перевести с кириллицы на латиницу за 1 минуту 1200 книжных страниц. Я, как патриот своей страны, хочу внести свою лепту в процветание Казахстана и ускорить ее вхождение в топ продвинутых государств мира. Одна из самых многочисленных групп казахстанской молодежи – студенчество. В 130 высших учебных заведениях страны обучаются около 500 000 студентов. Лидером реформ в образовательной сфере и науке стал Назарбаев университет, на который равняются все высшие учебные заведения страны. Особое внимание мы должны уделить студенческой молодежи. За годы независимости подготовлено 2,8 миллиона специалистов с высшим образованием в нашей стране. Высокий уровень образования населения выступает важным фактором конкурентоспособности любой страны. Мы гордимся, что у нас всеобщая образованность населения. Это так. В связи с этим принимаются меры повышения доступности высшего образования. Улучшение условий проживания студенческой молодежи. Благодаря президентской инициативе «Профессиональное образование для всех» молодые казахстанцы могут бесплатно обучиться и обрести достойную рабочую профессию. Более 450 тысяч учащихся обучаются в 824 учебных заведениях технического и профессионального образования. Они станут специалистами инновационной промышленности и сельского хозяйства, строительства и транспорта, сферы услуг и творчества. Молодым быть непросто, но молодость дается один раз в жизни, поэтому надо использовать все возможности, чтобы заложить фундамент благополучного будущего. Я вот освоил рабочую профессию и горжусь этим, потому что уверен, что это поможет достичь моих целей в жизни.
Главный вопрос у молодежи, я считаю, это жилищный вопрос. Но и он тоже решаем. Нужно только трудиться. По статистике, казахстанцы создают семью в среднем в возрасте 28 лет. Поэтому один из вопросов, волнующих молодых граждан, это обретение собственного жилья. Предоставление арендного жилья с его последующим выкупом за счет жилищно-строительных сбережений – это важный механизм заботы о молодых семьях. После окончания учебы в университете и магистратуры молодые начинают строить семьи. И тогда программа 7-20-25 как нельзя кстати, потому что условия очень приемлемы. Для молодежи и в целом для казахстанцев эта президентская программа является ощутимой помощью. Поддержка молодежного бизнеса и стартапов стала одним из важнейших направлений национальной молодежной политики. Государство создает для вас сейчас все условия, чтобы стартапы эти проходили. Стартапы, потом опытно-промышленные установки, потом уходили в бизнес. Мы сделали коворкинг по формату Силиконовой долины. Мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это очень важно, потому что наши ребята продают в 83 страны мира казахстанские продукты. Найти авиабилет и приобрести. Сейчас система работает в России, а в 4 городах Беларуси, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане и в Саудовской Аравии. То есть мы сейчас собираем уже не локально в Казахстане производителей дистрибьюторов, а во всех странах. С 2005 года в Казахстане активно развивается движение «Жасыл ел». Молодые казахстанцы участвуют в озеленении городов и сел, создании парков и зеленых зон. Заботливые молодые руки уже посадили более 45 миллионов деревьев, благоустроили 150 тысяч гектаров казахстанской земли. Все мне говорили, что вокруг Астаны не будет расти. Даже ученые убеждали. Смотрите, 80 тысяч гектаров леса вокруг Астаны сегодня. Идя к 30-летию независимости нашей, надо поставить цель, как каждое село, каждый район, каждый город озеленял себя. То есть зеленая экосистема сейчас является брендом, все об этом говорят. Президентская программа «С дипломом в село» предусматривает предоставление молодым специалистам, переехавшим в сельскую местность, средств на приобретение жилья, обзаведение домашним хозяйством. Участники программы получают подъемное пособие, могут взять кредит для покупки дома или квартиры сроком на 15 лет. При этом выплата по нему минимальна – всего 0,01%. В течение почти 10 лет реализации этой программы в ней ежегодно участвуют порядка 5000 выпускников вузов. После окончания учебы в вузе мы по программе «С дипломом в село» приехали сюда, в поселок Зеренды. Я устроился на работу в музыкальную школу, учу детей игре на тамбре. До этого с семьей бывали в этих местах. Нам понравилась здешняя природа, климат, чистый воздух, от столицы недалеко. Мы приобрели жилье по доступной кредитной программе. Сам я из Кызылординской области, сын механика и швеи. Легко ли быть молодым? Думаю, легко. Потому что многие вопросы решаются с легкостью. Своим рождением и масштабным развитием волонтерское движение страны обязано молодежи. Эта инициатива обрела законодательную основу, что позволило энтузиастам активно участвовать в проведении многих мероприятий. Для меня волонтер – это человек, который добровольно и безвозмездно помогает другим, не ожидая ничего взамен. Это человек, который готов внести свой вклад в социальное развитие страны, потому что он участвует почти во всех городских и социальных проектах страны и города. Важный аспект заботы государства о молодежи – поддержка молодых семей, имеющих детей. Благодаря реализации президентской программы «Балапан» значительно возросло количество детских садов и развивающих центров для казахстанской детворы.
Сегодня 900 тысяч воспитанников ходят в детские сады и центры различной формы собственности. Это более 90% детей от 3 до 6 лет. Нужно подготовить молодых людей к новым социальным ролям и религиям семейной жизни. Это следует начинать со старших классов средних школ. Вместе с поддержкой института материнства надо развивать институт отцовства, формировать чувство ответственности за свою семью. В воспитании и развитии детей и подростков активно помогает сеть дворцов школьников, домов творчества, спортивных площадок и сооружений. Мировые достижения казахстанских спортсменов – это конкретный результат поддержки государством физкультуры и спорта. Все условия созданы, чтобы мы тренировались. Спортивные базы очень на высоком уровне, как бы обмундирование, амуниция. Все для нас создано. От нас нужна дисциплина, тренировки, чтобы мы полностью выкладывались. Свои победы, конечно, в первую очередь, это нашей стране, потому что мы выступаем на международной арене ради своего независимого Казахстана, чтобы наш флаг поднимался ввысь и был в центре пьедестала. Мы ради этого работаем, стараемся. Поддержка молодых – это инвестиция в будущее страны. При этом важно, чтобы меры помощи государства своим молодым гражданам строились прежде всего вокруг создания для них эффективной системы социальных лифтов. Они предназначены для того, чтобы на каждую ступень образовательного и профессионального роста, житейского опыта, молодые люди поднимались последовательно, при этом стремясь достигнуть большего своей жизни, а не просто надеялись на чью-то безвозмездную помощь. Должны разработать простые, понятные инструменты поддержки, рассчитанные на обеспечение насущных потребностей молодых казахстанцев. Это доступное, качественное образование, желательно большее количество молодежи. Наличие работы, чтобы работали. Наличие жилья, чтобы жить. И возможность создать семью. Быть молодым никому, нигде и никогда не бывает легко. Но там, где помогают молодым людям найти и раскрыть себя, получить знания и профессию, обрести свой жизненный путь, ноша и сомнения юности переносятся легче, закаляют человека, вырабатывают в нем стойкий характер. Если тебе, наоборот, как бы 23-24, тебя как бы берут в приоритет, потому что ты еще активен, молод. Тем более мы выросли в эпоху капитализма, когда нужно достигать всего сам, надеяться только на себя и ставить цели, достигать их. Мы вот первоначально не были талантливыми людьми. Вот у нас 99% труда и 1% таланта, может быть, еще меньше. Поэтому, молодое поколение, не стесняйтесь. Делайте то, что вам нравится, у вас обязательно получится. Это принесет вам и моральные, и материальные блага, и все будет хорошо. Будьте патриотами своей страны, любите Казахстан. Молодежная политика в Казахстане делает продуктивнее этап взросления молодых казахстанцев. Новое поколение растут патриотами, поддерживают реформы, заботятся о согласии в обществе, известности и авторитете страны в современном мире. Дерзание юности и мудрость зрелых лет приближают будущее, формируют успех каждого казахстанца и всего молодого Казахстана. Я знал, но я сейчас остро почувствовал, насколько продвинутая у нас молодежь. Не зря мы работали, не зря мы делали все, что мы делаем до сих пор. И не зря стремимся дальше развивать образование, развивать науку в нашей стране. Я абсолютно уверен, что мы воспитали правильное поколение, и мы будем спокойны за будущее нашей страны.
бабамнан қалған кен дала мантитем мен бала қорғау үшін өзінді ұлы дала елінде болашағын жолында ажалдан да тайсалман елім менің атсаған тас бұғаудан босаған құтты болсын отауың берік болсын босаған бір бағы үшін ел үшін ата мекен жер үшін бірліктің мен бірлігін тасып берсін өрісін